Как будто по линейке выверенный строй, чеканный шаг, четкие команды. Паркетный зал Центра здоровья и досуга ненадолго превратился в военный плац. Здесь состоялся смотр строя и песни. Один из самых зрелищных этапов 15-го городского военно-патриотического конкурса «Есть такая профессия – Родину защищать». На протяжении 15 лет молодые люди Заречного в нем участвуют. И для нас большая честь стать участниками этого праздника, не побоюсь этого слова. И я думаю, что все, кто сейчас находится в этом зале, все, кто принимает участие, в восторге от того, что у них есть возможность проявить свои таланты, показать всю мощь и силу российской армии. Даже если, например, я не свяжу свою жизнь с военными действиями, я все равно буду знать и буду всегда хранить в памяти то, что мы сейчас делаем. В смотре участвуют школьники, студенты, представители силовых структур и городских организаций. Выступление команд судейской коллегии оценивает по 5-бальной системе. Особое внимание конкурсная комиссия обращает на действия командира и четкость выполнения его команд, дисциплину и внешний вид строя. Трудности какие-то были? Ну, волнение, наверное, больше, чем трудности. Что хотели сделать, мы успешно сделали. Строевой смотр в номинациях «Юный патриот Отечества», «Мы – будущее России» и «К защите Родины готов» завершен. Впереди участников конкурса ждет творческий этап. Он состоится 23 апреля во Дворце культуры «Современник». Общий результат соревнований будет известен 9 мая. На торжественном закрытии смотра конкурса «Есть такая профессия – Родину защищать». Диана Котлярова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».